Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет, народ. Сегодня получил посылочку с Nokia. Nokia 6700 Gold. Такая вот у нас черная коробочка вышла. Nokia 6700 Classic Gold Edition. Так, вот такие вот надписи там всякие есть. Такие стены, значит. Так, сейчас откроем, посмотрим. Вот у нас сам телефончик. Тут поставка у нас зарядное. Так, это у нас чехол. Тут наушники есть. Такие вот вакуумные. С запасными ушками. Так. Диск, мануал, шнурок есть, USB кабель. Ну и все, больше ничего. Ну, собственно, сам телефончик. Сейчас посмотрим. Такой вот у нас весь в пленочках. Выглядит солидненько. Такой хороший аппаратик, конечно. Сейчас мы его включим. Так, у нас прожужжал. Сейчас посмотрим, что у нас там. Так, русский язык уже стоит. Сейчас надо это подтвердить. Вот такой вот у нас аппаратик вышел. Так, тут что-то выжили, подсветка. Световые эффекты какие-то. Дисплей, фоновый рисунок, ожидания, светлые очки. Так, вот у нас Nokia. Так, сейчас посмотрим. Тут-тык. Звездочка, решетка. 4.0. Решетка. Вот у нас инфа по телефончику. Так, ну, фокусируйся. 6700 Classic, Nokia, Rand, Language. 470-я прошивочка. Вот такой вот у нас, значит, телефончик пришел. Все, всем пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.